Итак, здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить про федеративные штаты Микронезии. Территория 702 квадратных километра, население 105 тысяч человек. Валюта – доллар США. Федеративные штаты Микронезии включают в себя 607 вулканических островов и атоллов, причем лишь 40 из них имеют хоть какой-нибудь значимый размер. Постоянное население имеет только 65 из них. ФШМ разделены на 4 штата, что на флаге страны отображено. Названия штатов – Трук, Кусаие, Помпеи, столичный штат и Яб. Я не сказал про дату независимости, так как страна с 3 ноября 1986 года – суверенное государство в Свободной ассоциации США. Этот статус означает, что США отвечают за оборону этого государства и обязуют его финансово дотировать. Взамен между странами отсутствует визовый режим, а граждане ФШМ имеют двойное гражданство по желанию. Так что назвать страну полностью независимой очень тяжело, хотя она имеет собственного президента и конституцию. Экономика страны в основном сельское хозяйство и рыболовство, а также разводятся свиньи, козы и собаки на мясо. Да-да. Также есть легкая промышленность, переработка сельской продукции, мыловарни, лесопилки и изготовление лодок. Голубая дыра – идеальное место для изучения морской флоры и фауны, расположенная на острове Косрае. Это естественная вертикальная карстовая пещера, уходящая вглубь на многие метры. Чтобы исследовать ее глубины, нужно быть достаточно смелым человеком. Погружение в этот черный глаз моря подарит человеку воспоминания на всю жизнь. Петроглифы. Самые яркие достопримечательностями острова Помпеи являются петроглифы. Это большое изображение кинжалов, крестов, животных на скалах острова. Каменные деньги острова Яб. Эти огромные каменные монеты с дыркой посередине вы можете найти буквально повсюду. На улице, около зарослей, возле домов и магазинов. Самое интересное, деньги вполне реальные, а местные ими расплачиваются, правда это в основном в сельской местности. Все островитяне отлично осведомлены, кому принадлежит тот или иной денежный диск раи. Они никогда не присвоят его себе. Такие вот доверительные отношения между жителями острова Яб. В Микронезии есть необычные традиции менять имя каждый Новый год, чтобы запутать злых духов. Вот такие факты, которые я смог найти для вас. Пока и удачи вам! I'm not the same.